Руководитель агентства стратегических инициатив прибыла в Уфу для участия в третьем всероссийском форуме «Ломая барьеры». До начала мероприятия Светлана Чупшева ознакомилась с работой реабилитационно-образовательного центра «Салют», который открылся в начале октября. Она осмотрела учебные классы, кабинеты реабилитации, психологической разгрузки, механотерапии, творческие мастерские, бассейн, столовую и актовый зал. Во время обхода сотрудники центра рассказали об уникальности данного проекта. Комплекс объединяет три направления – медицинскую и социальную реабилитацию, а также образование. Кроме того, он координирует работу всех центров республики. Три ведомства, они работают сами, всегда исторически так сложилось, работают каждый по своему направлению. А здесь была поставлена задача Ради Фаритовичем именно сделать бесшовное такое взаимодействие. Вот мы это бесшовное взаимодействие обеспечиваем. Это главная детская клиника, республиканская детская клиническая больница, наше отделение медицинской реабилитации номер один сюда полностью готова, переехала со своим, всем своим составом, и реабилитационный центр Министерства труда, и вот такая необычная, но очень нужная, это коррекционная школа ЮНДИС. На реализацию проекта направили порядка 2 миллиардов рублей. Общая площадь зданий центра «Салют» – 26 тысяч квадратных метров. Здесь разместили реабилитационный центр на 250 посещений в день, стационары на 120 коек с медицинским блоком, детский центр психоневрологии и эпилептологии, а также школу ЕНДОС. За год здесь будут обслуживать 7 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.